Салют, ребятишки, с вами как всегда Намбат, и мы вернулись с вами в ТАПС продолжать кампанию. Против нас тут в прошлый раз поставили чувих с косами и парнишек, которые отравляют, да? Вроде бы в засаде у нас больше никого нет. Сейчас мы попробуем с ними разделаться. Давай попробуем сначала, как я люблю их, просто расстрелять. Просто наделаем стрелков каких-нибудь... Ну, можно еще кого-нибудь, типа бомбометателей, да? Так, чтобы еще нам такое поставить? Мушкетера нам не хватит. За 150 у нас никого нет, да? Можно сделать вот так, а этот просто пойдет и умрет. Попробуем. Ну да. Ух ты, их взорвали, неплохо. Но они, блин, у них хп много. Давай, давай, держись. Ой, я промазал. Блин, жестко промахнулся. Фига они далеко бросают свои эти шашки. Отравляющие. Так, вот эту одну осталось вальнуть и все, в принципе. Есть. А, в меня попали. Вот гады. Но они хп почти не отнимают. Ой. Так, мы вдвоем живы с тем мушкетером. Блин, отнимают хп. Я не могу в них выстрелить даже. Так, одного минусанул. Все, ложись за дерево. А, того братана мы его вальнули, да? Блин. Ну ничего, сейчас будем работать из укрытия. А, они уже идут сюда. Нифига. Они убивают, оказывается. Ладно. Сейчас мы на что-нибудь побольше денег накопим. Короче. Они издалека, да? Получается, так далеко бросают, что я аж офигел. Поэтому мы сейчас вот так попробуем. Так, с пушки я что, не попал, что ли? Странно. А вот так вот. Так, одну убрал. Блин. Опять обед у тебя. Да ты что, издеваешься? Какой обед? О, отлично. Вот это хорошо. Пушка, конечно, вещь. Нифига она не умирает с одного попадания. Так, 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 готовимся. Они идут на меня. Во, все, отлично. Хе-хе-хе. Так, это кто у нас тут? Рыцари с хиллерами, да? Ну, это сквайры. Или это рыцари? Это сквайры. Ага. Ну, тут как обычно, короче. Если что, можно запрятаться будет. В лес. Так, я думаю, как их тут... Надо их, наверное, раз... Это самое. Чтобы они в разные стороны расходились. Ну, и какого-нибудь пирата возьмем. Так, мне мушкетер, конечно же. Бам. Я побежал к деревьям. Что за свиньи там орут? Как он упал? А, он когда стреляет, он падает. Все, я понял. Сейчас его зарубят быстро в капусту. Нате. Так, я влез. Тут по-другому не пройти просто. Походу. Ну, я не знаю, можно, конечно. Так, а что? Мы втроем, мы должны выжить. Надо прикрыть ребяток. Вот и все. И что нам теперь хиллеры? А что нам теперь хиллеры? А куда я такой выглянул? Выглянул такой. О, вот это весело будет. Так, как мы их с спартанцами попробуем раскидать. Так. Ой, нет, вот эти сначала идут. Ну, такой мини-фаланга, мини-легион будет у нас. Так. И лучники... А, так мало? Ну ладно, погнали. Я даже участвовать не буду. Или опять какая-нибудь засада? Нет, засады нет. Ха-ха. Нифига, что это за крутые ребята? Я думал, их быстро перебьют мои спартанцы. Лучники! Нифига себе. Вот это да. На, в хэт. А, блин, их двое, а я один, они меня догонят же. Так, один остался. Нет! 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 Еще раз нет! У тебя ничего не выйдет! Я промазал! Нет! Нет! Нет, нет, нет! Даже не мечтайте заряжаться будешь, чувак! Нет, не надо! Не надо! Ничего не выйдет у тебя.
Да какого ты? Почему ты стреляешь-то не туда, куда я говорю тебе, блин? Нет, сейчас. Он, короче, стреляет правее, походу. Ой, или левее. Да, левее, по-моему. Сейчас. Я не знаю, как в него попасть. Да ты косорылый вообще какой-то. Пошел нахер, лучник. Так будет намного... Тихо, спокойно. Вот так будет лучше. Правда, перезарядка долгая. Ой, это мы сейчас проиграем, походу, еще. Давайте. Что за спартанцы такие дохлые? О, этот жив еще, нифига. Все, его затоптали. И опять трое или четверо там идут. Как и с лучником было. Но теперь я уже не справлюсь, потому что у меня перезарядка-то дольше. Если бы тот косой лучник не прома... А что, они упали? Сами? Ё-моё! Да ну нафиг. Если бы тот косой лучник не мазал постоянно, то я бы еще тогда выиграл бы. Да-да-да. Березонька, спаси меня. Да вот эти все такие косы, когда двигаешься, он, блин, стреляет куда-то левее. Вот эти вот вообще косы, слабаки, точнее. Ну-ка, попробуем вот так. Что у нас на 300 еще есть? Вот так вот. Ну, давай. Так, по щитам не надо бить. Вот, я не попал, потому что я шел. Если бы я остановил... Хотя он умер. Или его просто зарубили. Если бы я остановился, я бы в него попал. Стоим. Так. И опять их четверо. Да что такое-то, а? И сейчас они уже все так не упадут, как в прошлый раз. Они, походу, сами себя зарубили тогда. Не, ну это бред. Не, ну тут легко, конечно, с пушки победить. У него перезарядка быстрее, чем у мушкетера, и урона больше. Только с пушки играть. Стрелять по ним. Да тихо вы. А вот так не хочешь получить? А я попал вообще в него, нет? Хрен его знает, да? Опа. А чё, это вы тут пройти не можете? Серьезно? Давай сюда. Их двое, значит, я попал в того. Так, лови. Ай, их все равно двое. Они окружают. Да пошел ты. Да пошел ты. Нет? Я стволом застрял. Ну, как обычно, блин. Чё я хотел? Ну, конечно, зачем нам 4 мушкетера, когда есть пушка? Бабах. Пушка гораздо эффективнее. Смотри, баба. И все мимо. Ой, зато эти там зарубили своих противников. Бабах. Ой-ой-ой, назад. Бабах. Вот, двое осталось. Их бы в ряд поставить, но не получится. Ну, остался один. Против пушки нет приема. Да, чувак. Во. Блин, ну это... Тут прям вообще вот прям напрашивается, да? Вот смотри, вот сюда пушку и сюда пушку. Вот так вот. Раз, два. Так, а против тех мы сейчас... Я воевать буду современными войсками. Нафиг мне всякие там... Там, я не знаю, валькирии, запускатели ворон, еще какая-то фигня. Вот. Нормальная армия. Стрелковая просто. Так, один гарпунчик, да? Ну давай так. Пушка. Одна ко мне. Огонь! Ой, ты не пушка. Бах. Блин, проехали, гады. Да, я опять не попал. Странно. Пофиг вообще. На нафиг, получи. Ха-ха. На заборе повис. Так, спокойно. А чё, все? А, вон там еще эти идут. Пошли нафиг. Нормально. Ну, они далеко кидаются. Сейчас мы их в ряд. А, нет, не получилось. Тут дорога какая-то, колея. Из-за этого я не смог навестись нормально. Во. Так, а этот-то живой еще? Он падает, правда. Так, вальнули, да? Бах, меткий выстрел. А че это он на пушке опять катается? А, господи. Ну, вообще... Оу, нифига там спартанцы. Ну как бы тут все просто же, да?
Не-не-не-не-не. Ну не так близко-то. Во. Че мы еще на 800 можем? Гарпунщиков? Или стрелков? Ну лучше гарпунщиков. Давай их подальше вообще поставим, чтобы они не умерли, пока пушки тут работают. Сейчас мы их... Оп. Оп. Куда поехал? Всем назад, я сказал. Блин. Зевс. Блин, не попал в него. Ладно, в следующий раз. Но это плохо. Он сейчас уже будет атаковать, наверное, наших. Все, минус Зевс, я надеюсь. Он встал? Он, походу, встал. А, его щит защитил. Ого, нифига они мощные. На. За два выстрела с пушки-то он упал. Тихо. А я один остался. И Зевс еще жив. Нифига себе. Опять обед у тебя. Огонь. Блин, в плен взяли. Не, ну тут что-то другое надо придумывать тогда. Ну пушку одну-то точно надо, стопудово. Так, всадника можно, чтобы их ряды немножко запутать. Так, ну и давай попробуем. Стандартно. Современная армия. Так, что еще можно взять? Что еще можно взять? Ну еще бомбометальщика какого-нибудь. Тут опять надо рельеф использовать, скорее всего, сидеть вот здесь где-нибудь. Так. Раз. А, и у нас получается бомбометальщик. Ну и такой чувак пусть отвлекает. Блин, хотел в Зевса попасть, выстрелил вообще куда-то правее. А, теперь левее. Че пушка-то начала мазать? Есть, прямо ему в голову. Но он жив, ему еще два раза надо вдарить просто. Получи. Сейчас ведь еще раз встанет, смотрите. А я не попал. Блин, я бы мог выиграть, если бы сейчас его завалил. Да блин! Косая пушка. Так, минус Зевс. О, боже мой. Все, это конец. Этого-то я не вольну. Зараза, я почти успел выстрелить. Ну вот, есть шанс, если бы я не промазал с пушки. Так, я в щит попал. До Зевса ядро не долетело. Опять в щит. Надо поближе пока подъехать. О-о-о! Офигеть! Цепью молний. Ой, я не тем играю. Спокойно, не, ты мне не нужен. Дайте мне муравья, хотел сказать. Мушкетера. Блин! Отлично, их взорвали. Ай, спасибо, гранаткой. Че, один на один, да? Давай, раз на раз с тобой. Не, ну это все. Это все. У него перезарядка намного раньше, чем у меня будет. Ай, попал. Блин, ну есть шанс. 100% я говорю, есть шанс тут. Победить можно. Стой, не двигайся только. Есть, я попал по нему, по-моему. Не, не попал. Блин, куда ты вообще лупишь? Ну-ка прицелься нормально. Ай. Зараза. Есть, первое попадание в Зевса было. Но он сейчас... Он умер? Я не попал по ним. Да ну нафиг. Ну все, мы победили. Ха. Пошел. Не, Зевс живой, походу, живой. Он просто придавлен. Надо аккуратно. Заряжайтесь. Все, его пристрелили. Во, нормально. Сейчас что-то вообще легко получилось. Ни хрена у вас тут построение. Блин, против этого просто пушка работает. А валькирий надо отвлекать просто как можно большим числом стрелков, которые еще и отлетают. Как-нибудь их расставить подальше во всех краях карты. Во, и на 200 мы возьмем еще вот такого чувака. Погнали, пушка. Огонь! Блин, они уже успели разойтись. Вот так вот. Почти всех вольнул. Тихо-тихо-тихо, иди нахер отсюда. Ай, все, мне конец. О, спасибо, прикрыли. Только я один остался.
Нифига себе. Ну, нифига себе. Не, давай какую-нибудь другую тактику придумаем. Да что тут придумывать вообще? Оп. Вампиры. Ням-ням-ням. Ну и скелетик. Все. Тут даже придумывать ничего не надо. Все. Никто ничего не сделает ему. Победа? Я даже не понял, что произошло. Так, это что у нас тут? Баллиста. Ну давай. Ой, нет, пушечка. Пушка, и на 500 мы возьмем, блин, я не знаю, двух этих мушкетеров. Один пусть на крыше пока будет. Огонь. Просто если баллиста до сюда дострелит, мне конец. Там ее надо валить. Блин, не дострелил. Так, осторожно. О, стрельнула. Бэм, всех вальнули. Прикол. Так, катапульты всякие. Ну, тут все стандартно. Пушка. Еще пушка. Давай гарпунщик. Бомбометатели. Ну, такого поставим. И два мушкета. Все, погнали. Пушка. По катапульте огонь. Ой, не в катапульты попал. Кого-то другого. Искал по катапульте огонь. Есть, я ее сломал. Блин, она успела выстрелить. И вторая где-то. Пошел нафиг. Прям вместе со своей пушкой его вальнул. Ну а что делать? Так, там мушкетер, там. Блин, я в кусте застрял. Блин, тут опять рельеф неровный. Нифига там взрывы. Где враги? А. Не попал. Черт. А там еще кто-то есть, да? Это плохо. Все, минус катапульта. Ну давай. Я что, один? Мушкетер тут умер. Офигеть. Там лучники? Ой, а, там лучники, реально. Тихо, не падай. Не падай. Там два лучника, по-моему. Ну или один-то точно, вот этот. А, все. Ура! Победа. Нихера, это что за войска? Это они у меня научились, да? Теперь берут мою тактику, короче, на вооружение, да? Спартанцы всякие у них тут. Ладно, мы пушек сейчас понаставим. Метатели бомб, кстати, вообще крутые, оказывается. Вот этих поставим. И побольше мушкетеров просто. Чтобы... Опа. Денег не хватило. Так. Не, давай так, да. Побольше мушкетеров. Да. Куда едет пушка? Скажите мне, куда она поехала? Нормально. Так, ту пушку надо спасать. Не успел. Все, теперь мы этой пушкой... Где она? А, нифига она выстрелила. Я чуть на ядре не улетел. А, змеи. Нечего нас тут змеями закидывать. А все, я один. Ай, ничего не видно. Ой, я вылез из пушки, зачем? Ау, змея убила. Ни хрена себе, у них еще и змеи. Тогда надо еще одну пушку убрать. Буду одной играть, потому что от второй толку вообще никакого. Только зря минус 4 мушкетера нам пушка дает сразу. Да, мушкетеров тут надо больше. Но у нас тут змеи, да, летят. Плюс щитовики. А если вот так? А если вот так? Огонь! Так, надо лучников, значит, валить. Где они? Там где-то. Так, одного убрал. Их вроде не так-то много. Вот тут, по-моему, есть. Так. Все, змей новых не будет. Блин, капитана вальнули. Змея! Змея, умри! Умри, змея! И вы тоже. Так. Змеи, змеи. А вот так вот не хотите, блин. Капитан, что-то ты сдох быстро. Надо тебе подмогу какую-нибудь, да? Надо побольше народу. Так, эти, да эти бесполезные. Они, блин, один раз стрельнут и падают. Может, бомбами получится как-то змеи нейтрализовать. Так, по змеям не попадаю, да? Вон они идут, стреляют. Минус. Вот еще один. Давай, надо их, короче, поубивать в первую очередь. Зараза, спартанец.
перекрыл. Вон они стоят. Так. Блин, я не вижу ничего. Ай, все. Значит, не капитан будет. Подожди, сколько у нас денег? Так, да. А если вот так? Я опять на пушке. Ну и пару мушкетеров. Давайте. Погнали. Блин, немножко левее надо было. Змеи летят. Я не знаю, куда я вообще выстрелил. Вообще непонятно, куда пошел. Ядро, я чуть своей королеве, капитан пиратской, голову не снес. Так, одного убрал. Это хорошо. А их много. Так, минус 2, еще 4. Ну нормально, королева затащила. Так, еще 3. Это хорошо. Так, один остался. Ну все, прикольно, даже сейчас королеву убьют. Ха-ха. Капитан слабак, значит. Да вы чё? Смотрите, королева-то вас сейчас покарает. Хотя без пушки она может... Да, она не такая крутая без пушки. А если капитан и 4 мушкетера? Именем закона приказываю сдаться. Ой. Я пошутил. Что там случилось? Капитана нет. Не, капитан — это пустая трата денег. Вообще. Вообще пустая трата денег. Капитан. Ты вообще что-нибудь из себя представ... Подожди. Во. Соточка у нас на кого? На этого ложка. Все, мы пошли стрелять. Бах. Блин, не подбил ни одну валькирию. А моих-то всех вальнули, самураев-то. Чё это за самураи такие? Заряжай. Хоть кого-нибудь, да я заберу. Нифига я долго защищался стволом. Самураи бесполезные вообще. Я даже не знаю тогда. Просто войско мушкетеров расставить вот так вот. Но это тоже не поможет, нифига. Мимо. Куда-нибудь подальше. Ай. Ай. Отстань ты от меня. Блин, гадина. Убили всех. Не-не-не. Ну ладно. Ну ладно. Сами напросились. Двое всего? Что-то так мало. Ну давайте. Во. Да, спартанцы тоже сейчас быстро погибнут. Они вообще нифига не стоят. Не представляют из себя, так сказать. Так, ну все. Я один, и мне конец. Нифига себе, это что за челлендж такой? Ох. Давай вот так попробуем. Минотавр ворвется. А что у него там такое? Что это у тебя? А, это типа пояс чемпиона. Я понял. Так, давай. Че, и все, у меня особо денег-то нет. Ниндзя. И массовка нужна. Но это правда такая себе массовочка. Да сволочь. Быстро. Да, короче, все лохи. Кто против них справится-то вообще? Не, ну, конечно, я знаю, кто справится. Даже думать не надо. Проиграл? Серьезно? Давай тогда... Да иди. Вот здесь. Просто они все вместе напали. А, они и так все вместе нападут. Ну, сволочи. Они так медленно крадутся, эти валькирии, а потом вместе со своими этими нападают. Не, ну это жестко. Мамонт тут, наверное, нифига не сделает. Кар-кар. Пробуем кар-кар. Это для отвлечения. Сейчас давай спамим воронами. Ой, они так плохо делаются.
так долго, в смысле? Нифига, меня подняли в небо. Офигеть. Я выше дерева почти был. Жесть. Так, ладно, попробуем воссоздать их армию. Где у нас валькирии? Они где-то вот здесь, да? Ой, вот здесь. А, на всего 500? И чё, это равный бой? У них денег в 5 раз, наверное, больше, чем у меня. Как мне с ними справляться? Вот это да. Танк у нас не построить. Баллисты всякие, минотавры. Так, ну лучники со змеями. Просто их побольше, если сделать, да? Обычных лучников, я думаю, нет смысла. Надо хилеров. Ну и все, у нас нет денег больше. А перезарядка тут не очень-то. О, змей-то будут хилить. А, кстати, нормально. Они пока там со змеями дерутся, они к нам не подлетают. Уже подлетают. Блин, такая долгая перезарядка. Не, это все, это конец. Это смерть. Просто я даже не стрельнул. Ну, это тут бесполезно. Но, как бы... Где они были-то вообще? Лучники со змеями. А, вот они. Для начала они неплохо так отвлекают. Можно поставить. Так, кто еще нам может пригодиться? Может быть, берсерк? Пусть он впрыгнет к ним в толпу и отвлечет. Эти запустят змей. И можно ледяных лучников поставить. Они тоже будут отвлекать, замораживать. Хедбитер. Валькирию можно одну. А, все, уже нельзя. Ну, еще один этот тогда чувак. О, подожди. И лучник. Нормально. Давай. Я за ледяного хочу. У него перезарядка намного быстрее. Вот. Вот. Только он стреляет куда-то под навесом вверх вообще. Есть, попали. Так, ладно, будем бить по ближайшим тогда. Да, это все равно конец. Но план был неплохой. Так, значит, смотрим. Вот эти лучники по-любому у нас должны быть. Блин, а если таким войском... Не, надо немножко, чтобы нас кто-то прикрывал потом. Чтобы кто-то вышел из-за спины. И где вы там были? Вот. 180. Кто у нас стоит 180? О. Ну, блин, ну этот бесполезный лучник, конечно. Вот, надо валькирий замораживать. Так, я вроде попал в одну. Нет? Ни хрена не попал. Вот сейчас попал. Да ни хрена себе. И кто остался? Сквайры. Которых просто сейчас снесет волна валькирий. Не, это бред какой-то. Это вообще как пройти? Давай будем... Я не знаю. Король обезьян. И его два ученика попробуют. Ой, да ладно. Они неплохо сражаются, но все равно проиграют. Да просто заклевали. Так, ладно. Если так. Так, нет, самураи это вообще фигня. Они вообще быстро легли. Вот сквайры 10 человек. Может быть, нам помогут. Огонь. Да, все. Жопа какая-то. Как ты будешь стрелять-то вообще, нет? Не будешь? Нифига не понял, но очень интересно. Чё она такая долгая? В перезаряд... Ну да, действительно. Король и его войско. У короля ведь большой размах мечом, он может этих валькирий... Да, ё-моё, я сегодня что-нибудь пройду вообще, нет? Рыцари, хиллеры... Нам нужен хилер, это 100%, потому что нас меньше. Поэтому он должен нас подпитывать, так сказать. Может, берсерками? Ну-ка. Так, одного он даже лечит. Хоба! И все. И дальше берсерки уже не вывезут. Вообще, у них потери минимальные. Он одна, две валькирии.
и несколько остальных бойцов. Хм. Фу, я даже не знаю. Фейерверк тут вообще бесполезен. Вот ледяной... Может так? Фейерверк тут бесполезен. Ледяной лучник полезен. Может быть их на копья насадить, этих валькирий? Да. Попробуй-ка их насади еще. Не. Даже ни одна валькирия не умеет. А, нет, одна, две, три. Три валькирии, да, получилось убить? Или две? Короче, тоже бесполезно. Только ледяные лучники. Более-менее тут спасают. О. Сколько он там? 230, да? Оп. Ну, кайс так. Ну, надо самому играть прям вообще. Я не попал. Опа, улетел какой-то чел. Иди от меня. Вот почему сразу на меня нападаешь? Да вы... Они, короче, сбивают с ног, а потом подлетают со второго удара, добивают. Не, ну это бред. Как это пройти? На, если так. Но напугать не получилось скелетами. Их просто разбили всех. А, не, получилось. Валькирия боится. Серьезно? Ну, это одна только испугалась. Ну и все, а дальше все по стандартному сценарию. Хм. Ой, нет. Вы, наверное, не поможете. Ну-ка, а ты что умеешь делать вообще с вордкастер? Он мечами кидался. Пока его не разорвали просто на куски. Угу. Так, а вот эта свечка? Они же тоже стреляются, по-моему. О! Это бесполезно, просто бесполезно. Риппер не справится в одиночку. Значит, нам нужны вампиры. Вот эти вот стрелялки. Лучники. Ну, тут обычные, да, бойцы не нужны. Тут нужно больше стреляющих людей. И не людей. Вот так вот попробуем. Так, вампиры пошли на отвлечение. У вас какая перезарядка? Средняя где-то, да? Да и хрен попадешь по валькириям-то еще. Все, откидывают и забивают просто. Просто забивают, не дают ничего сделать. Да бред, бред. Ладно, лучники вот эти, они слабые. Вот этих надо как бы расставить так, чтобы на них вся толпа не налетала. Чтобы они друг друга прикрывали, получается. Рельеф тут никак не использовать вообще. А вот так. Так, они разделились, это уже хорошо. Ай. Все равно проиграл. Я не знаю, их невозможно победить. Их вон сколько. Ух. Не, ну тут не получится. Надо что-то, что против валькирии эффективно. А я забыл. Что-то было, по-моему, такое. Я тут уже вроде все перепробовал. Ярл. Эффективен он против валькирии? Ну, 850, да, стоит. Хм. Давай валькирку. И берсерка. А, еще можно даже кого-то. Ой. Прикольно. Так, что там было? Два ярла. Валькирка и берсерк. Давайте. О, валькири отвлеклись на берсерка пока. Завязал собой. Но он будет недолгим. Ну, ярл, да. То же самое. Валькирии в небе. И против них нужен кто-то, кто в небе. Но мои валькирии с ними тупо не справятся, потому что их больше. Ну вот, будем смотреть. Вот у меня уже одна умерла. Все, их разодрали просто на перья. Блин, а? Гарпунщики? Может быть, гарпунщики? Кто нас стреляет на бомбу? Ну, стреляют у нас кто быстро? Быстро у нас стреляют вот эти ребята. Их всего четверо. Давай.
Можно я бомбы буду закидывать им? А, я понял, надо было делить бомбы пополам. Да отвалите. Все, я не выжил. Офигеть, у них вообще нет потерь. Вообще никакие гарпунщики не спасли. Бомбы тоже тут не к месту. Лучники, если даже просто ледяных наделать кучу, как я уже вроде бы пытался, это не помогает вообще. О, на дереве. Я вроде бы уже такую армию делал. Ха, я на елке сижу. Мне интересно, я не попал ни разу отсюда еще ни в кого. О, попал в валькирку. О, она сшибает с дерева. И все. Поражение. Как? Как победить-то? Ну это, блин. Это войско тоже никак. Ну-ка, надо здесь каких-нибудь первобытных смотреть. Там, я не знаю, копьями их закидать. Ну-ка. О. Ну и дальше что? Этих мы уже не закидаем. И перезарядка у них долгая, по-моему. Даже не дают второй раз уже кинуть. Угу. Это кто такой вообще? Камнями кидаются. Так, о, кстати. А если вот этими ребятками? Да, прикольно, они сами себя уничтожили просто. Так, они слишком близко, значит, стоят. Надо вот здесь. Это кто такой? А, это, кстати, борется неплохо. Дерется чувак. Метатели копий. За 60, по-моему, никого не бывает. Только за 50 вот этот вот чел. Надо хилера, наверное, сюда было, в это войско еще добавлять. Ну все, это поражение. Надо, короче, я понял, вот этих вот колдунишек наоборот вот сюда ставить. Так, сколько там хилер-то у нас? 180, да? Ну-ка. О, вот, хорошо. Ну-ка. Раз, два. Копья пошли. Во. Валькирка, блин, всего одна нарвалась, получается. Остальные выжили. И все, всех моих сейчас опять разорвут. Да ну нафиг. Бред какой-то. Давай здесь смотреть. Тележка. Вороны против них. Кстати, мы не проверяли, по-моему. Давай попробуем, конечно. Но их всего две вороны. Сразу запускаем. Офигеть. Вороны-то убили этих. Так, этого сейчас разорвут и потом меня разорвут. Да. Но вороны очень эффективные. Так, может быть еще тележку? Или вот с косой? Может они валькирок порубят? А если так? А если так? Сквайры, кстати, тоже более-менее нормально противостоят им. Надо сразу ворон спамить и убегать. Чтобы успеть еще раз потом. Но я, конечно, не смогу еще раз, мне кажется. А я один? Круто. Очень круто. Меня тупо унесли куда-то в бездну. Так, вот эти тележки проверим. Ну и что, она не убивает особо. Но она очень отвлекает. О, она надолго задерживает их. Правда, вот ледяные лучники, они все равно не попадут, например, в валькирии. Да? Значит, мы сейчас тележку где-нибудь вот здесь делаем. Она там в углу всех отвлекает. Я не знаю, с косами попробовать. А ты кто? От него, наверное, толку никакого. А, она, блин, сзади заедет сейчас. На своего наехала. Так, а все? Все умерли, кроме тележки. Как? Как это было вообще? Не, телега вообще вещь. Телега вещь. Только она далеко стоит. Надо, короче, телегу ставить прямо вот здесь. Ворон запускать издалека. И что еще я сделаю за 300? Я не знаю, что можно за 300. Три сквайра поставить. Но это не поможет. Давай, запускай. А, я за ворону играю. Запустил, да? И все, я один. Бессмыслица. А если вот так?
Сколько там хилер стоит? Раз, два, три. Ну-ка. А этот что не лечит среднего? Что они того-то лечат вдвоем? А вот, кстати, это может быть сработает. Ну да, конечно. Они сбивают с ног и ничего не дают сделать. Не, бесполезно вообще. Барды, зачем нам барды вообще? Чем мы еще можем? Змеи. А я не пробовал, что ли, их? Ну-ка. Во! Валькирии тоже дерутся со змеями. Ну, правда, перезарядка долгая. Надо еще, значит, кого-то, кто будет в нашей армии. Валькирии-то все живы. Ну и толку-то я отвлек их. Они сейчас подлетят заново, и все. Не, ну как первоначально? Ну, блин, так дорого. 300 стоят. Минотавр тут, по-моему, не поможет. Так, ну и змей будет меньше теперь, и они быстрее с ними разберутся. М-да. Валькирии тут вообще ни при чем. Корабль вообще их никак не победит. Его просто сейчас разнесут. Клочья. Ну и все. Тут нет никакого рельефа, который бы мог нам помочь. Где можно спрятаться между деревьев, например. Тут, по-моему, такого места нет даже. Хотя вот, ой. Вот здесь вот возле границы. Но тут тоже нет такого. За деревьями где-нибудь появиться, только если. Я не знаю. Короче, придется нам в следующей серии проходить, потому что тут ничего уже не работает против них. Все, дракона не стало. Сразу же. Так тоже ничего хорошего не получится. Куда вот он выстрелил? Так. Что еще? Что еще можно проверить? Коня! Конь быстро умрет сейчас. Его просто валькирии разорвут сейчас. Ну как и все остальное. Бесит просто. Это невозможно. Как это можно пройти? Давай так. Ну все, валькирии ворвались уже. Все то же самое. Вот эти могут задерживать надолго или они прям сразу сдохнут? Короче, если вы знаете какой-то способ, пишите мне, потому что я вообще не вижу способа пока пройти этот уровень. Ну и все, нас опять разбили. Значит, будем проходить этот уровень в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Discord ВК. Всем удачи и пока!